География, 9 класс. Географическое положение и природа Поволжья. Каковы особенности экономико-географического положения? Река Волга служит главной районоформирующей сетью Поволжья, придающей ему своеобразную, вытянутую почти на 1500 километров конфигурацию. Поволжье имеет выгодное экономико-географическое положение, в первую очередь транспортно-географическое, так как занимает оживленный перекресток Волги и разветвленной сети железных дорог между развитым европейским центром и Северным Кавказом, это с одной стороны, Уралом, Сибирью и Казахстаном с другой. Волго-Камский водный путь имеет выход в Каспийское, Азовское, Черное, Балтийское и Белое моря. В чем проявляется своеобразие природных условий? Рельеф Поволжья в целом равнинный, с общим падением высот с севера на юг к Каспийскому морю. Природные условия Поволжья определяются не только географическим положением района, но и самой Волгой. Правобережье вплоть до Волгограда занято Приволжской возвышенностью, сильно расчлененной оврагами и балками и во многих местах обрывающейся кручами к реке. Максимальной высоты в 370 метров над уровнем моря Приволжская возвышенность достигает в Жигулевском кряже, расположенном в Излучине, или Луке, как говорят на Волге, напротив города Самары. Внизу на фотографии город Самара и возвышенность Приволжская. Самарская Лука, то есть изгиб. Берега Волги, как вы услышали, очень изрезаны и очень много оврагов. В связи с этим, конечно, идет разрушение берега. Вот мы это и наблюдаем здесь. Особенно весенние воды и дожди размывают овраги. И осыпи происходят. Жигули обрываются к Волге необычайно живописным крутым склоном, испещренным оврагами и ущельеобразными долинами, буераками, и усеянным причудливым скоплением меловых и известняковых ребристых скал. Из-за большой крутизны склонов Жигули со стороны Волги выглядят настоящим горным хребтом, протянувшимся вдоль правого берега на 75 километров. О многих вершинах Жигулей, Лысой горе, утесе Шелудяк и других издавна слагались легенды и предания. Длительное время Жигули были излюбленным местом волжских разбойников. Здесь сохранились уникальные ландшафты с лиственными лесами, каменистыми степями и участками горных сосняков со множеством реликтовых видов, занесенных в Красную книгу. Не случайно в этом районе образованы Жигулевский заповедник и национальный парк Самарская Лука. Гора Стрельная, Жигули. В одних источниках считается, что это самая высокая точка Жигулей. В других источниках не указывается это. Но, по крайней мере, облака ниже ее. Лысая гора. Утес Шелудяк. Очень величественный. Левый берег Волги, низкое Заволжье, на протяжении многих десятков километров занимают ее плоские надпойменные террасы. От лежащей южнее Прикаспийской низменности эти равнины отделяются холмистыми увалами, сыртами, слагающими возвышенность общий сырт, уходящий далеко на восток в западное Приуралье.
запада прикаспийскую низменность окаймляет возвышенность Иргени. У подножия ее крутого восточного склона, расчлененного густой сетью балок, протянулась цепочка пресноводных Сарпинских озер. Положение на востоке, юго-востоке русской равнины, и вытянутость района сказываются и на климате. Климат здесь континентальный, со значительными колебаниями температур. В Поволжье, особенно в Заволжской части, случаются частые засухи, губительные для сельского хозяйства. Волга служит и местным климатическим рубежом. Так, на правобережной по отношению к Волге территории зима умеренно холодная и относительно многоснежная. За Волгой, в левобережье части, она холодная и малоснежная. Что же из себя представляют современные ландшафты Поволжья? Большая протяженность Поволжья определила и большой спектр природных зон. Крайний север района занимают ландшафты зон смешанных и широколиственных лесов с дерново-подзолистыми и серыми лесными почвами. Из-за массовых рубок и последующей сплошной распашки эти ландшафты стали практически неотличимы от более южных, также интенсивно освоенных лесостепных. В среднем Поволжье лесостепь уже в районе Самарской Луки переходит в степь. Сейчас все это сплошь сельскохозяйственные ландшафты. Леса приурочены исключительно к долинам рек. Зато широко распространены полезащитные лесополосы, в которых произрастает много плодовых деревьев, особенно абрикосовых. Большую часть Нижнего Поволжья, к нему относят Волгоградскую, Астраханскую область и Калмыкию, занимают сухие южные степи и полупустыни. Чем дальше к югу, тем все больше пашни сменяются пастбищами. В прибрежной полосе Каспийского моря можно встретить и настоящие пустынные ландшафты. Ковыльная степь. Степь да степь кругом, сколько хватает глаза. Ну, а эта степь весной, конечно, очень хороша. Выращивают овощи, как мы видим, да? Перцы, помидоры. Вот, а это злаковые. Ну, конечно, есть и бахчи. На бахчах это арбузы и дыни. Как же не выращивать там? Там тепло. Всевозможные овощи и фрукты тоже произрастают в Поволжье, особенно в Нижнем Поволжье. Земельные ресурсы – главное богатство Поволжья. Около 60 сельскохозяйственных земель приходится на плодородные, черноземные и каштановые почвы. Обеспеченность одного жителя пашней значительно выше, чем в среднем по России. Однако свободных земель в районе не осталось. Практически весь земельный фонд вовлечен в хозяйственный оборот. Основная проблема земельных ресурсов – подверженность их водной и ветровой эрозии. Поволжье является крупным регионом орошаемого земледелия. Площадь орошаемых земель составляет около трети всего ирригационного фонда России. Основная часть орошаемых земель занята кормовыми и зерновыми культурами. На картофель, овощные и бахчевые культуры приходится немного таких земель. Значительны водные и гидроэнергетические ресурсы Поволжского района. Освоенность гидроэнергетических ресурсов уже превысила 70%. В районе имеются богатые ресурсы ценных осетровых и частиковых рыб. Среди минеральных ресурсов основными являются топливоэнергетические, нефть и газовый конденсат, озера Эльтон и Баскунчак, кладовые поваренной соли. Одно из богатств района – прекрасные рекреационные ресурсы, живописные берега Волги, благоприятный климат, множество исторических и природных памятников привлекают в Поволжье туристов и отдыхающих.
Поволжье имеет исключительно выгодное экономико-географическое положение, которое в первую очередь определяется наличием и удобным расположением многочисленных транспортных путей. Природные условия Поволжья определяются не только географическим положением района, но и самой Волгой. По совокупности природных факторов Поволжье относится к числу самых благоприятных для комплексного развития районов России. Удачи вам, дорогие мои, всего доброго и до свидания.